Nicholas. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди вселисявны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Благослови, Господи, нас, будь милостив нам грешно, Тебе слава веки веков. Аминь. Аминь. На неделю у нас будет 16-го, у нас престольный праздник, будет епископ у нас тоже. Ну, то обещался? А? Обещался? Да, но не Сергий, тот будет. Сергий куда-то уезжает. А кто? Антоний, Славгородский. Славгородский будет. Ну вот так вот. Что еще? Я, может быть, навещал, что в воскресенье быть здесь, в субботу вечером и в воскресенье. Если там успею, то да, приеду. Вот. Потом одно воскресенье не буду, и потом только престольный праздник у нас будет 26 вечером и 27. Вот. Хотя на престольный праздник прошу там, кто как-то вы скажете, придите, ну что мы. Было это 7 человек было вечером. Не вчера, вот как я был, вчера немножко побольше было надо. 10 было вчера. Не было? Было. Было 10? Ну, 10 было. Ну ничего, так хорошо, вечерня прошла, мы осудили хорошо, там было и почитали, вот, все, пели хорошо. Дружно. Дружно. Дружно и сердечно так это. Спаси Христу. Сердечно. Это все выгодочка. Да. Ну все, так, ко мне какие вопросы? Как там с урожаем у вас? С урожаем, но имеешь в виду в огороде, который? Ну, в огороде и в поле. В огороде все есть, убираем там еще. Картошку уже копаете? Нет, еще не копали картошку. Там владельцы копали, у нас, которые дачники, не копали вроде так сколько. Дачники есть. Выкопали, не знаю. Да. Мы еще не копали, на этой неделе, наверное, покопали. Уже пора, да. Там морковка не копали, там, ну все, так собирают, что. А, Игорь, вначале они там немножко намолотили, наверное, тон, может быть, 25 ячменя, и все, и на этом закончилось. Дожди. Дожди, не дают дожди. Еще ячменя много, и лен не убирали, горох еще лежит, нафиг. Было вроде это, а посмотрел, что, его берешь, он мягкий, он хранится нисколько не будет, сразу. Гниет, его надо будет через сушилку пропускать. А такой сушилки у Игоря есть, но она маломощная. Слабенькая. Сушилка, там, слабенькая. Там она, не знаю, в час она 2 тонны пропускает или нет даже. Вот 3 сушилки у Долгова. Говорит, 3 сушилки. У него в час она 20 тонн может просушить. Мощная такая. Ну, другие они там стоят, там миллионы, барабашоты. Не под силу. Поэтому что уже будет, то и будет так вот. Ну вот так вот, что, грибов было, много грибы собирали. Вот. Какие, батюшка, грибы? А всякие в этом году, даже белых было как-то это, в этом году даже белые, я пошел как-то раз, считай, полведерка только белых набрал. Вот. Ну а там такие подберется их и грусти. Вот. Последний день я пошел в четверг, ну ничего, нашел этих, как они, ну подберезовики, молодые такие, штук 6, и... Вечером я тут же их порезал, и супчик сварили, такой вкусный, со свежих сразу. Ну и больше нет, и ничего больше не нашло. Не нашлось. Ничего. Дожди сильно залили, да? Ну да, дожди. Они не то что сильные, ливней таких не было. Как-то раз был, ливень нашел, но он минут 5 только быстро прошел, так пролил, такой-то с ветром он так вот било что-то. Ну вот. А я пошел картошки выкопать там, чтобы это, и
вижу ее точно, но я успею, думаю. Только вы говорите, он как выполнил, как раз бежать-то 50 метров, меня так нахлестал. До теплицы добежал. Теплицы добежал уже там. И он маленько, минуты две он пересал. Именно в это время надо было захватить. Но я думаю, я успею, туча идет или я успею сейчас. Она как-то быстро так, раз и... Мы предполагаем, Господь, она быстрее была. Господь располагает. Окропил Господь. Окропил, да, окропил, так это окропил. Это так, это знаешь, как мы как-то паслись с братишкой. Колхозный телят стали. Мне 15 лет было, я учиться дальше эти все. Я говорю, я учиться не хочу. Не хочешь учиться, иди мантуль в колхоз. Я пошел мантуль. Да. Ну и а несовершеннолетний не дают, то стадо телят пасти. Но знаешь, что я с отцом допас уже там с детства, это как-то профессионал. Ну а доверить нет, то отец, как на отца оформили, отец пасет деревенские стадо, а я колхозные эти телят. Ну и мне помогает, там младший братишка был, Иосиф, вот, на 2 года младше меня. Он. Ну а день жаркий, а утром что-то было, так мы взяли дождевики, а дождевики брезентовые, и все такие там в дырах, они, ну все, прикроешься вроде там. Только дождевик, только... Название. Там Гоги брезентовый, он там дыра, там дыра. Ну и жарко, я говорю, ты после обеда иди домой. А недалеко, там километра 3 от дома посел. Отнеси дождевики, там эти, ну, пиджачки были у нас, отнеси все, в одних рубашках останемся. Говорю, там возьми квасу холодного там с погреба и огурцов. Но он убежал. Я посмотрел, смотрю, он идет. До меня с километра не доходит. Нашла тучка. Да град. Как он град. А эти телята, их бьет град, они гонят и в этот, в пшеницу, недалеко было. Я это по морде добью их, чтобы они не зашли в пшеницу-то это. А он крутится там. Я кричу, он как раз как бы на меня. Он кричит, мама. А вот, потому что это рубаха, что без рукавов, это что-то сняли, жарко, зачем? Ну, вот, ну наконец, он недолго было, потому что несколько минут это град, ну хорошо так, похлестал там это. Я-то да, не замечаю, бегаю здесь, чтобы не зашли это, а он-то там крутится. Так, обязанности. Ну да, я, как говорится, определяю. Он говорит, да, тебе хорошо, ты, как хорошо, я такой рубаю. Ну вот таким было, слушай, вот он буквально раз, один раз было тоже в деревне, прошел град, и вот как где вот храм стоит, а деревня разделялась надвое, до школы, где школа, а чуть школа подальше там была, та, тот конец деревни, а этот наш вот сюда, до околочка, за Устиновых и до конца. Прошел град, вечером приходит ту половину деревни, выхлестало все, картошка, что было, прошла как, она, а нашу еще тоже не захватило, не было. Вот такое было. Это непредсказуемо. Она тучка ветер дула, она сюда и... Мария Егоровна молилась. Ну, молилась, не знаю, молилась, нет, но... Она в то время работала пчеловодом на колхозной пасеке была. Тоже вот. Начальника, главный пчеловод был мать этого, Геннадия, пчеловода. Она была, как сказать, техникум заканчивала. А мать-то, так она, по природе пчеловод была. Вот они на пасеке работали. Ну вот так вот, так что убирают, ну, может быть, будет погода-то еще, уберут. Так, я сейчас еду, ну, такси нанял. Вот. До Потеряевки прямо? А? Прямо до Потеряевки? А посмотрим как. Дорого это до Потеряевки. Ну, что сделать, дорого, дорого. Мне не уехать, я там купил что-то для трапезы, рыбу купил, там, еще там что. Вот, набрал. Праздник-то. Ну да, к празднику. Там вот бензопилу отремонтировали, там в эти, передают Володе. Надо это все к дереву лезу. Поэтому вот так. Поэтому благословляйте. Бог у нас мы сейчас трогаемся. Даже грузимся и идем. Ангелы хранители. И кто поедет? Елена? А не храним в тайне. Так мы помолились за вас. Секреты именно. Но вы молите батюшку и тот, кто будет. И же с ним. И возьмите. За батюшку и же с ним. Да, брат, давай сюда. Сегодняшнее чтение.
Второе послание к Коринфянам святого. Енафа, иди сюда, что ты там делаешь? Иди сюда, тебя и так не бывает. Иди. Глава первая, вторая. Иди сюда, иди. Иди, отстань там, кто там прилип, кому ты там прилипла. Иди сюда. Первая глава, стихи с 21 по 24. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. 21, 22 стихи. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Сказав выше, что Бог исполнит обетование, теперь подтверждает это. То говорит, что вы и я, учитель ваш, твердо стоим в вере во Христа, дал Бог, который и помазал нас, и запечатлел, то есть сделал пророками, царями и священниками. Ибо таков всякий крещенный, он пророк, как видящий то, чего не видел глаз и не слышало ухо. Он священник, как долженствующий приносить себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Он царь, как сын царя Бога и сонаследник будущего царствия. И как ныне царствующий над неуместными помыслами и поставленный выше всего мира. Как в древности священники и цари помазывались елеем, так ныне мы помазаны духом, когда Бог дал залог Духа в сердца наши. Если же дал залог, то, конечно, даст все. А залогом называют подаваемые ныне дарования Духа. Ибо разумеем отчасти и пророчествуем отчасти, а совершенное получим тогда, когда явится Христос в славе Своей. Итак, не думайте, что мы обещаем, чтобы нам не показаться лжецами. Ибо не мы утверждаем вас, но Бог и обещает, и утверждает как меня, так и вас. Ибо Он Сам исполнит все. Посему и разумей, что Бог, делающий то и иное, Сам исполнит Свои обетования. Стих 23. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Толкование. Выше сказал, что не пришел к ним потому, что не имеет власти над собой и не был допущен духом. Как же теперь говорит, что не пришел, щадя их? Потому что или это самое случилось по воле духа, то есть дух внушал ему мысль не ходить, чтобы пощадить их, или сначала воспрещал ему дух, а потом он и сам, рассудив, что это лучше, остался. Заметь мудрость апостола. Тогда как говорили, ты потому не пришел, что, кажется, возненавидел нас, то утверждает противное. Я потому не пришел, что щажу вас. Так говорит, потому что некоторые между ними были согрешившие и не покаявшиеся, которых он наказал бы, если бы пришедший нашел их неисправившимися. Итак, остался, чтобы прийти уже тогда, когда исправятся, и не иметь повода к наказанию. Стих 24. Не потому, будто мы берем власть над вашей верою, но мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Толкование. Так как сказанное отзывалось властью, ибо щадить других может тот, кто имеет власть наказать их, то смягчает жесткость речи. Не потому, говорит, сказал я, что щажу вас, но хотел бы властвовать над вашей верой. Ибо вера – дело произволения, и никого не понуждает к вере против воли. Но почитая вашу радость своей радостью, я не пришел для того, чтобы не ввергнуть вас в печаль и не опечалиться самому. Ибо я все делаю для вашей радости и остался для того,
чтобы только угрозой исправить согрешивших и вам не причинить никакой скорби. С крутостью беседует с ними, так как в первом послании довольно уже поразил их. Слова его значат следующее. Что касается веры, то вы в ней стоите, и я не имел причины жаловаться на вас. Но, впрочем, вы поколебались, и если бы не исправились, и я восстал бы на вас, то и вас опечалил бы, и себе причинил бы печаль. Так стоят или поколебались, вот мне интересно все. В вере стоят, но в другом немножко поколебались. И апостол дал им время на покаяние и исправление. Потом нам расскажешь, в чем они поколебались, чтобы нам не колеблется, а быть в вере постоянно и в этом, в чем не колеблется. Глава 2, стих 1. Немножко замудрено. Ну, давай, да. Итак, я рассудил сам в себе не переходить к вам опять с огорчением. Толкование. Слово «опять» показывает, что он и прежде был опечален. Впрочем, не сказал явно, вы и прежде огорчили меня, но другим образом. Я не пришел для того, чтобы опять не огорчить вас, что, впрочем, имеет одну и ту же силу, ибо он потому опечалил их упреками, что они опечалили его грехами. Но для них было удобовыносимее. Стих 2. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Толкование. Хотя и огорчаю вас, говорит, упреками и негодованием на вас, то благодаря этому же и радуюсь, видя, что вы до того уважаете меня, что мое негодование и упреки производят в вас скорбь. Ибо никто так не радует меня, как скорбящий, так при виде моего негодования. Это показывает, что он не презирает меня. Он радует меня, потому что таким образом подает надежду на свое исправление. Стих 3. Это самое и писал я вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всем, во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Толкование. Для того написал я теперь к вам, чтобы вы исправились, и чтобы, застав вас неисправившимися, не имел я скорби от вас, которым надлежало доставлять мне случаи к радости. Написал, говорит, надеясь, что вы исправитесь, и тем обрадуете меня. Моя же радость, радость для всех вас. И сказал я, дабы придя не иметь огорчения потому, что имею в виду не свою пользу, но вашу. Ибо знаю, что если увидите меня радующимся, то будете радоваться, а если увидите меня скорбящим, то будете скорбеть. Стих 4. От великой радости и стесненного сердца я писал к вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Толкование. Поскольку сказал выше, что он радуется, когда они скорбят, то чтобы не сказали, ты потому стараешься опечалить нас, чтобы самому радоваться, объясняет, что он сам весьма скорбит, скорбит более, нежели сами согрешающие. Не от скорби только, но от великой скорби, и не со слезами только, но со многими слезами написал я. То есть печаль, сжимая и стесняя сердце мое, подавляла его. И потому писал я подобно отцу и одновременно врачу, который, производя над сыном сечение и прижигание, вдвойне скорбит. И от того, что сын болен, и от того, что сам должен подвергать его сечению. Но с другой стороны и радуется от того, что надеется на выздоровление сына. Так говорит и я. Оскорбляя вас, согрешающих, скорблю, но с другой стороны и радуюсь, что вы скорбите, ибо имею надежду на ваше исправление. Не чтобы огорчить вас, следовало бы сказать, но чтобы исправить. Однако не говорит сего, а услаждает речь,
желая привлечь их уверением, что Он любит их более, нежели других учеников, и что если огорчает их, огорчает по любви, а не по гневу. Ибо то знак величайшей любви, что я скорблю о ваших согрешениях, и не спешу делать вам выговоры и тем огорчать вас. Если бы я не любил вас, то оставил бы вас без врачевания. Богу нашему слава. Слава Христу, аллилуйя. Оболящих, это возмещено все. И прежние, всех перечислить. Да, кстати, мне, прошу, спаси Христос за ваши молитвы. Меня выписали, больничный лист закрыли. Поэтому я вот могу приседать, да, так что здоровый. Ну, почти здоровый. У меня, как говорится, три в одном или больше два в одном. Во-первых, неврологическая была симптоматика, как в народе говорят, острый хондроз. Не острый хондроз, а остеохондроз. Что такое остео? Остео – это кость, а хондро – это хрящ. Это патологически измененные костные и хрящевые ткани позвоночного столба и другие места. То есть, вот, например, остеохондроз там, и артроз коленного сустава, это значит остеоартроз, это кости коленного сустава. И хрящевые части тоже коленного сустава, все это меняется по грехам нашим, естественно. Вот. Но имейте в виду, что никогда не говорите острый хондроз, а остеохондроз. Острый хондроз. Часто говорится, ой, да у меня острый хондроз. Остеохондроз. Это патологические изменения костной и хрящевой ткани. Ну, это как бабушка Акулина. Вот. Ну и кроме неврологического, у меня неврологическую симптоматику сняли. Вот. А осталось еще вот неврологическое, значит, изменение в коленном суставе, связанные с повреждением костной и хрящевой ткани коленного сустава. Ну, здесь тоже лечение ревматологи назначили. Одно уже лечение провели. Там была инъекция около суставной сумки, гормонального препарата. Ну и там еще назначили лечение. Так что лечение продолжается, но я уже не на больничные листы. Вы не уходите. Спаси Христос за ваши молитвы. Хоть расскажите, а то сейчас уйдете. Как вы живете? Там у вас так. Это первое. Второе. Молились о нашем брате Михаиле. Он сдал уже два экзамена. 12-го будет еще третий экзамен. Молитесь о нем, потому что о мне я прошу молиться продолжать. Я, если я ошибаюсь, то я одному человеку могу повредить. А здесь у него и большая ответственность, потому что он отвечает за двоих. Он отвечает за мать и за ребенка, чтобы не было ошибок у него. Я вот сегодня задал ему вопрос, как нужно проводить, чтобы окситоцин не вводил раньше времени. Что первичная родовая слабость – это надуманная первичная родовая слабость. Редко бывает она. Она чаще всего медицинскими работниками вызванная. Но нашибуют ее, возбудят ее, чтобы родовая деятельность побыстрее была, чтобы да, потом спать спокойно, а уже сделали. И все. Родовая деятельность закончилась. Все. Диагноз – первичная родовая слабость. А первичная родовая слабость – надо кисарить. Все, раскисарили, разрезали, зашили и пошли спать. Так, чтобы этого не было. Молитесь всегда о брате Михаиле, у него еще более ответственная работа, чем у меня. Ну, а мне тоже не забывайте. Спаси Христос. Людмила Степановна, расскажите про себя, как у вас брат? Да что про меня рассказывать-то? Ну, все нормально. Все нормально. Становится. Получше стало? Получше, конечно. Ну, конечно, получше. Поэтому другие есть вещи такие, которые тоже на меня, но мне... Надо спасать душу свою. Ну, понятно. Многим скорбям надлежит. Да, нам надлежит спастись. Найти Царство Небесное. Да, тем более понятно. Царство. Где брат? Где братья? Ибо после суток несколько, скорее всего, на Колыме. Поэтому Прося одна не смогла приехать. А что, Колым прямо с 6 часов? Ну, почти, с 8. А Прося что? Прося одна не смогла приехать. Как одна не смогла приехать? Ну, одно из набраться. И страшно, но как-то они... Подожди, а в колледж она едет одна? Ее кто-то сопровождает? Когда как? А сколько на занятиях в колледж? Вот врешь, а? Когда как? Что-то ты морозишь. Господи помилуй. Она в каждом из нас есть, это лукавство. Могу и не надо. Он же всегда шел в противнике. Фрося, она кого-то боится. Фрося, она крепкая.
девушка... Она психически очень тоже крепкая девушка. Она кому хочешь ответить, как надо. Поэтому, да, поэтому... И ты тоже всех боишься, ночью ездишь на таксюшке в 11, 12, ну, ночуешь где-то. Вы прям всех боитесь, прям дрожите. Ну, одним словом, да. надо ну, больше беспокоиться о душе. Да вот и все. Марина, скажи. Марина болеет? Ну, мы потом с вами поговорим. Хорошо. Ну, потому что... Ну, молитесь. Непонятно. Шумлящий. Молиться, еще? Да? Молиться, ну, конечно, конечно, да. А было же молитвенной поддержки, было сообщение о Марине тоже. Вот. Николай, не знаете, как с надеждой? Я только что ему позвонил, я предложил ему, говорю, может быть, поговорить еще раз, я уже говорил с сестрами нашими, чтобы тебя освободить и побыть с надеждой, а ты бы пошел на службу, уже сколько времени не было на службе. Он говорит, да дело в том, что там ситуация какая? С утра начинается всякий эмоцион, который нужно делать, ну, там интимные места и все прочее, поэтому не всякому это можно. Ну, одним словом, это нужно вам сестрам еще как-то с ним отдельно поговорить с ним дополнительно. Может быть, как раз вот к празднику, нашему престольному празднику, его освободить, чтобы он хоть попал на службе. А оставить у нее вчера, говорит, сделала ошибку такую, ненадолго оставил ее, возвратился, а она уже вышла на улицу, запнулась и упала. Так что вот так. А потом на вторую кафе. Так что продолжайте молиться. Вроде динамика положительная есть, но еще далеко желаемого. Ну и поговорите, сестры, позвоните сами инициативно, ему предложите свои услуги. Это надо кто-то, чтобы машина была, или ночевать там, чтобы кто-то... Может быть, и ночевать даже предложить ему, да. Потому что добраться до... Чтобы он объяснил уже все, как, что. Ну, думаю, сестры смогут, если уж мужчина делает такую обязанность, то сестры свои как не смогут сделать. Конечно, это надо обязательно как-то как-то договариваться, хотя бы раз в месяц. Ну, конечно. Вот если бы посидели вот так с больным таким человеком и не выходя, это страшно, это тяжело. Это очень не страшно, тяжело. Это тяжело. Это трудно. Нет, вот такие нагрузки, если просто, если нет, на фронте дело... были, узнали бы, как тяжело. Конечно, тяжело. Какие разговоры? Дело в том, что вот мы-то никакие. Ну вот да, она вот поэтому и говорит, что мы-то не можем пойти. Потому что это надо, что сестры, что вы такие дееспособные. Молодые, хотя бы даже вот и ненадолго, даже все равно, человеку хоть на часок бы куда-то вырваться, и то даже вот это благостно бы было. Да, конечно. Ну, вот в городе, тут как-то далеко, в деревню надо же приехать туда заранее, чтобы дядь Коля смог успеть на службу в храм, это надо заранее. Ну, вот я сегодня позвонил, я собираюсь приехать, и он говорит, ну ты приезжай до Южного на 55-м, а я тебя там встречу, если подъедет. Я все-таки хотел Священное Писание. Мы сейчас читал, брат, с 1 Коринфяна, с 1 глава, с 22 стиха, и 2 получается, 2 Коринфяна, не 1, 2, и 2 Коринфяна, 2 глава, до 4 стиха. И он во 2 главе говорит такие слова, я с самого начала, потому что, или кто-то хочет рассказать, о чем была речь. Смотри. Ну ладно, давайте, я понял. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною. Что за огорчение? Они не имели рассудительности, кто у них старший, 1 Коринфянам, послание. То есть, старших было куча, были такие группы, на группы было все разбито. Не было единодушия и единомыслия не было. И как раз то, что говорит Господь об общении, вот когда идет общение между братьями, то есть верующими людьми, это первое, это Иоанна 1:17, Иоанн Богослов говорит об этом. Общение должно быть в единодушии, единомыслии. Тогда это общение. Если это споры, это никакое не общение.
Вот смысл в чем. И у них было разобщение. Брат, извини, я тебе говорю. И тогда, тогда кровь Иисуса Христа. Да, да, там чуть не написали. Немножко, можно было, может быть, дописать даже, чтобы там есть. Ну, вот, ну ладно, то, что есть, то есть кровь Иисуса Христа, да, это очень важно, да, вот общение. Вы все время про общение говорите. Если мы не имеем, да, общения, о котором мы постоянно говорим, то и кровь Иисуса Христа тогда не очищает нас от всякого греха. Общение, если говорят, ну, православные там, они говорят, общение, то в храм пришли на литургии вы, вот стоите все вместе, вот причащаемся, исповедуемся, вот это общение и есть. Кстати, литургии общее дело. Когда будем во свете, написано четко. Да, там еще перед этим написано, как он во свете, как он. Да. То есть, а Христос, что это такое? А тут все понятно, я сейчас дойду до этого. И вот он как раз и говорит о том, что вы были разъединены, я вас объединял. Ну, показал вам, как, кто вас объединяет. Он говорит, Христос, Христос, не Тифа, не Павел, ну, то есть он. А Христос нас всех должен объединить, то есть только в одном, во Христе. И сразу этот блудник, который учителем заделался, проявится. Хотя, видать, он говорил правильные слова какие-то, но он был не на своем месте. И вот, и дальше он говорит. Ибо если я огорчаю, кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною. Огорчен. То есть они чем огорчились? Тем, что и они должны отречься от самих себя. И взять учение Христа евангельское. А апостол Павел его в совершенстве исполняет, это учение. И он им просто показывает, вот как я исполняю, вы исполняете. И у вас будет что? Это самое и писал я вам, дабы придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. А что это за радость-то? Вот теперь скажите, что это за радость? Какая радость? Вот это я хотел вам, братья, сказать. Эта радость вот какая. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Христос отвечает опять, как всегда, на вопросы, на недоумение всех тех, кто его окружает, и учеников тоже. И говорит так. 9 стиха. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». Вот любовь моя, это вот уже близко к радости. А что же это такое? Дальше. 10 стих. «Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в любви». То есть разговор уже идет о заповеди. Любовь. И все, любовь, да, и она в исполнении заповедей, вот в чем дело. И теперь дальше, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Вот у апостола Павла это совершенная радость. Он в ней пребывает, и об этой радости, то есть о вере своей, в исполнении заповедей Христовых, вот о чем идет речь, понимаете? Вот так вот прочитали. И о вере не вспомнили, а только о радости. А что за радость? Какая радость? А вот исполняем заповеди, то, что сейчас говорили о наших братьях, которые далеко живут. Надо тоже помочь исполнить, невзирая ни на какие усилия. Поехать надо, значит, надо поехать. Поедем, то, что надо. Надо с братом связь наладить, когда ему надо, куда ему надо. Подъедем туда. Кого это, я могу сам туда приехать, посидеть-то это, не бегать. Могу кого-то, сестер взять, привезти туда. Спасибо, Христос. Обратно увезти. То есть вопросов-то нету, только надо... Пред Господом важно вот это желание, да, он видит наше сердечное намерение. Вот сегодня так... поедем к Любовь Петровне, отвезем мед ей там, если надо, там еще. Кого подвезти надо, мы подвезем вот. Татьяна, вы оставайтесь на занятиях-то, вы ртом-то разговаривайте с нами. А мы не на занятиях разве? Это не занятия, это мы, у нас просто собрание. Сейчас будет еще песнопение, еще песнопение, трапеза и занятия. Приезжал на неделе сюда такой священник, 35 лет, у него уже стаж. Кто-то его знает, я думаю, Сергей Пестов. Слышали такого? Видели его? Он сюда приезжал, когда еще епископ, они
были дружны с нашим епископом, а с его братом Михаилом, погибшим вот в автомобильной катастрофе, они были друзьями, прям близкими были. Он в Ишиме служит, приехал батюшке с каким-то баптистом, он сам из баптистов, баптист со щетиной. Ну, я ему, конечно, рассказал все об этом. И главный верховодит этот баптист. Он такой, ну такой, шустрый, активный, да. Все знающий, он уже в православии, там все, литургия, там службы, что-то такое. Ну, я ему рассказал, откуда он ушел, и зря, что это бросил. Проповедовать тому баптисту, они же проповедники, говорю, вы проповедуете, ну ладно, это все. И этот вот Сергей Пестов, он был одним из трех человек, которых Александр Пивоваров, священник, готовил на священников. Один из них был Игнатий Тихонович, второй был батюшка, и вот этот самый молодой был Сергей Пестов. И только один Игнатий Тихонович не прошел по вот этой, по авторитетной, вот как сказать-то этой, когда предлагают-то. Ну, Александр Пивоваров их готовил на священника. Он сам ушел. Снял свою кандидатуру. Да, Игнатий Тихонович сам ушел. Это огромная редкость, так что с этого крючка срываются. Ну, и вот он их наставлял. И вот этот Пестов, и батюшка, уже вот они, и батюшка тоже, ну, одновременно практически. Хоть он помоложе, он такой скромный. А я, говорит, водитель на машине привез этого баптиста. И звонят, а батюшка говорит, куда вы поедете, сейчас там грязь будет. А потом батюшка узнал, что это Сергей Пестов. И говорит, я ничего не понимаю. Как, почему он-то не сказал, что я, ну... Сергей Пестов-то, я бы, говорит, мы его там протащили бы туда и так далее, мы бы встретились-то, сколько уже не виделись. Я говорю, батюшка, а батюшка, они отзваниваются мне и говорят, мы приехали сюда, в общину к вам, а тут никого нету. Я этого баптиста спрашиваю, а вы как себе представляли, как это все? Ну как, дом такой, и там люди живут. Я говорю, и там, говорю, вот так, мужики бородатые. И женщины в платочках сидят вот за столами и ждут, когда ты приедешь. Он говорит, да, я так и думал, что я сейчас приеду. Тут все сидят, и мы начинаем восторженно. Я им начинаю говорить, я говорю, с такой щетиной, да, ты носишь? Я говорю, если бы я знал, что ты щетиной, я бы тебя до дома своего не пригласил. Я не встретились просто и все, поговорили. Это уж то, что тут вижу, это батька. А батьку-то я тоже не знаю этого священника. Ну, он меня видел, а я его забыл. Ну и я там это продрал и священников, и говорю, вот вы товарищ его, говорю, с бородой с такой, у него борода чуть побольше, чем у меня. А он, говорю, без бороды, со щетиной, еще, говорю, заявление делает, что его это, ну, как бы не беспокоит. Я говорю, меня это беспокоит, а вас не беспокоит, почему? Я говорю, не понял, вы же с бородой, что вот вы с бородой? Он, да я уже 35 лет священником. Без бороды. Я говорю, а? Так что вы слушаете, я не могу понять. Сидит на меня, смотрит и что-то. Да, и вопрос главный стоит. Присуществление есть или нету у священника? Вопрос стоит, присуществление есть или нету? Я говорю, ай-яй-яй. У священника? Да, да, у него вопрос стоит. Я говорю, давайте это вы с батюшкой будете. Да, я понял, что вы при... за этим ехали. Да, так он встретился в итоге с батюшкой с нет, так не встретились, они обратно уехали. Да. Я их напоил, покормил и посидели там, беседовали. Даже не записали ничего, но я вижу там это. Ну, вопросы такие, вопросы и о декларации митрополита Сергия обо всем поговорили. Ну вот, я хотел вот о чем попросить. Молитв ваших. Дело все в том, что дальше... Тут говорится про огорчение, ну, в начале, там, в первой стихе. И вот так вот, я обычно всех огорчаю. Ну, кого я не огорчил? Тебя огорчил, это тоже огорчил. Виктор Андреевич, постоянно. Ну, Сергея тоже огорчал. Тетя Алла, я вас огорчал тоже, да? Нет. Тебя кажется, тоже огорчал, будешь... ты вообще меня боишься, оказывается. Кажется, будете. Так, тебя огорчал я? Нет, да? Ну, не успел просто. Господи, так, ну, в общем, короче, кого я только не огорчал, и вот этот стих падает на меня. Вот огорчал, и казалось бы, ну, огорчал, ну, и от меня подальше надо держаться. Нет, плохо, видать, меня знают, что огорчение ненадолго. В интернет-сообществе братья захотели, вот, я тут вообще ни при чем,
захотели, чтобы я вел занятия у детей. Вот как я занимаюсь с ними. Вот я спросил, говорю, а что такое началось? Так это дополнительное интернет-сообщество детское будет? Ну, надо молиться. Вчера было первое заседание у нас, будем так говорить, этого собор такой. Ну, естественно, родители, ну, понятно, родители с детьми. Дети от 4 лет и до 15. Там кто-то записал ребенка, 20 лет подписали. Я думаю, ничего себе. Ну, это как вот у нас дурью мается. Сидят вот там в детской и себя делают маленьких таких девочек, аккуратисток. Ну, а чем заканчивается, мы это все знаем. Ну, да ладно, это на родителях пускай. Как их оттуда не вытащить? Я бы пришел за ухо, вот так притащил бы сюда и сидела бы. Вот же сидит, знает, что это... Дядя Игорь, не будет ей ничего делать, правильно же? Посидит и я тебе вытащу чем. Целенько уйдет. Целый уйдет. Ничего не случится, вот вообще ничего. Вот. Ну, а я огорчаю вот чем. И вот, ну, содружество там, их много людей, так, сейчас скажу, собрали около 20 детей. Я думаю, а сколько соберется? Что представьте, они, начиная от от чуть не Германии там где-то, и... Там до Читы. Во Владивостоке нет никого. Вот такой такой разлет. И по времени совпал. Ну, вчера нашли это время. 8 часов вечера, суббота. Вот нашлось такое. 9 часов вечера, даже 9. Ну, поздно, конечно, поздно уже, после службы и так далее. Но если не заниматься, просто побеседовать, еще ничего. А вот заниматься, ну, у них-то там все нормально со временем. У них только-только все начинается еще. А у нас уже пора заканчивать. Но я увидел этих детишек. И там детишек столько. И такой возраст, самый такой, вот перед тем, как все рухнет в душе человека. Вот такие 7-летки, 9 лет, ну там лет 10. Ну, вот, такие разумные ребята там есть. Пятерочники. Я вчера с ними знакомился, вопросы задавал, они отвечали. Этот Борис Шацкий, ему 9 лет. Я спросил, говорю, ну там про животных любите, нет, знаете, как там, ну и начал сопоставлять воспитание Бога, родителей и детей всех вместе. И говорю, вот как вот кошка воспитывает своего котенка, как оно, с чего начинается? Ну давай, Борис, расскажи, он такой, он вылазит из животика мамы, весь такой в слези какой-то, да, в пленочке, мама это все слизывает его, облизывает, он потом... начинает искать сисю, а потом начинает смахтать. Такое слово еще редкое очень. Сколько лет? 9 лет. Папа так хорошо молится. Да, Александр Шацкий, да. Он, причем, заметьте, он места писания, когда какой-то разговор идет о чем-то, он места писания точно к теме вставляет. Огромная редкость у тех, кто недавно пришел ко Христу. Обычно... Ну, не будем указывать пальцами, но тут много таких, которые, ну, мне места писания говорили. Я говорю, они вообще тут не к месту. Что ты говоришь? Ну да, место писания такое есть, но при чем здесь это, о чем мы говорим? Что за тема это? Не понял. А у него вот он к месту. Ну, я к тому, что и вот он, Александр Шацкий, сказал самую правильную мысль. Он сказал так, я говорю, примеры, говорю, иногда вот сестры наши, братья говорят, что примеры очень многое дают для того, чтобы воспитание детей... Я считаю, что все-таки примеры, да, но я же не могу считать теперь всех братьев и сестер, которые, с которыми мы вместе сидим, что они безбожники, раз у них дети, ну, даже здороваться не хотят с нами, что там говорить. Они показывают пример, они же в храм ходят, а он говорит, значит, не читают Библию дома. Вот. То есть, если бы они, говорит, читали Библию вместе, было бы совсем все по-другому. Вот если ты... не открываешь Библию, не читаешь ее там с ребенком, и он не будет открывать ее, эту Библию. Я говорю, ну есть еще один момент, даже ты будешь открывать, читать, и он при тебе может читать, а потом, когда ты уйдешь, он просто не будет ее читать. Есть такие тоже моменты. Но вот в этом что-то, ну, такое есть очень важное, я считаю. Вот. Вот как раз к тому, что мы читали. Да, вот это огорчение... от родителя детям, что дети, они являются подчиненными. Я вчера как раз об этом говорил. Взывал к детям и, в общем, показывал родителям, на что нужно обратить внимание. Дети не хотят быть в подчинении.
Почему? Господь сказал, потому что зло в человеке от юности его, в сердце его. Вот смысл в чем. И поэтому детишки, он быстрее тебя ударит, вообще не зная тебя. Вот, вот ты во всем белом, ну, прекрасно выглядишь. И ребеночек, он должен потянуться на это хорошее такое. Тем более, что пожилой человек, он же понимает, что это как мама, даже старшая бабушка. Но он ударит тебя лучше, чем погладит и скажет. Погладь меня или дай поцеловать. Никогда таких слов не говорят. Вот сразу за бороду схватить, вот это потянуть, как бы пьяный. Непонятно. Ну вот так, это не пьяный, это зло. Оно зло, оно пьянит. Вот превосходство над другим. И дети маленькие вот такие, как и женщины, хотят превосходить. Над, как женщина над мужем, так дети над всеми, кто их окружает. Хотят. А почему? Человек сделан прекрасным. Но сатана вкладывает вот в сердце с младенчества вот эту гадость. И переворачивается все наоборот. Он должен делать добрые дела, радостные дела, прекрасные. Никогда дети сами не подойдут и не скажут: благодарю тебя, мамочка, что ты меня родила. Благодарю тебя, отец, что ты воспитал меня. Ну, пускай не родил, он не понимает еще, что это такое. Отцы рожают, рождают детей. Что ты меня воспитываешь, что ты работаешь на меня. Я себя маленьким помню, я такого не говорил. А я понимал, что тяжело отцу, что он работает. Поэтому я хотел вас попросить помолиться вот об этом деле, потому что очень сложно. Там я как бы уже многое что вижу, как это будет. Это не будет, как вот мы тут ведем. Ну, я не знаю, как сестры ведут. Вот я вел Ветхий Завет от А, да я. Ну, у меня не было времени, сколько выделили, там 20 минут, значит, все. А когда готовиться можно, показывать картинки там, какие-то вставлять видеоролики, то есть это совсем другое уже. Поэтому и такие будут творческие у нас, творческое все это. Вот то, что мы прошли тему, надо будет ее обрисовать детям, лепить из пластилина. Из картона вырезать. То есть будем показывать, какие там были украшения там у этих людей, какие там одежды у них были, какие животные были. Ну, чтобы это было познавательно для детей, интересно, и чтобы они понимали, что это были действительно такие люди, такие существа там жили, что это не похоже на нас. Будем о храме там говорить, то есть будем по тематикам. Я буду так вот, потому что вот так вот вести, я уже понял, это, ну, сложно очень. Это надо. Будем молиться. Спасибо, Христос, друзья. Да. Может быть, какие-то будут предложения у кого-то. То есть, пожалуйста, вот, и все мы открыты для этого. Понятно. Да, еще хотел сказать, сегодня, я уже упоминал декларацию с Пестовым, он вопрос этот его очень интересует. Хотя он в Московской патриархии. 8 сентября, сегодня какой, 10 у нас? 8 сентября интронизация митрополита Сергия Строгородского в патриархе состоялось в 1943 году, 8 сентября. Сталин принял его в Кремле, до этого за 3 месяца был разговор. Что побудило Сталина принять митрополита этого, вернее, не принять его, вызвать к себе, побудило то, что был перелом, начинался перелом в Великой Отечественной войне. И были захвачены огромные территории, 2 года уже как, а то и больше даже, считай, ну, больше 2 лет. И Сталин увидел, конечно, что священники русские, они не коллаборационисты. То есть на территории, оккупированной немцами, они не призывают к восстанию против существующей власти. То есть Сталина, советской власти, будем так говорить. И наоборот даже, что как идет от них помощь. То есть они патриоты, оказываются, вот, ну, советского государства, как он считал. Многие говорят о России, не о советском государстве, ну, священники и так далее. Ну, понятно, столько натворили зла. И вот на 40-й год было убито свыше 350 тысяч священнослужителей и иерархов. Все иерархи были убиты, все. 240 епископов вообще не было живых. Вот так.
и монашествующих, и активных мирян, те, которые участвовали в общественной деятельности религиозной, ну, в свое время при царе-батюшке, там, и чуть, ну, допустим, как воин Ясенецкий, он был активный мирянин, его рукоположили, это уже было при советской власти, вот так. Это редкие единицы. Вот таких людей убивали, расстреливали, убивали, в лагерях сгноили, то есть убитых, то есть полностью изничтоженных. Сколько погибло верующих людей, просто, которые веровали во Христа и не хотели идти на поводу у Велиара. Они были, ну, миллионы были убиты, и просто мы их имена многие не знаем. До сих пор находят захоронения около поселков. Вот недавно нашли, следователи раскопали, говорят, местные жители. Кто такие? Начали вспоминать, какой-то крестный ход был, батьку арестовали в лагерь, а местных жителей, которые участвовали, ну, как выборочно, ну, многих, там человек 20, собрали и повели колонны там куда-то вроде разбираться, и все, и пропали, нету. И, оказывается, завели там километров 6 и убили, закопали, и нашли рядом случайно, вот так. Вот такое все происходило. И митрополита Сергия ставят патриархом. Для чего это надо было? Для того, чтобы победить в этой войне, нужно было объединить народ вокруг чего-то. Ну и понятно, люди шли в храм, начали идти в храм, это все стало понятно, причем даже коммунисты. Деваться некуда стало. И выпустили оставшихся в живых, выпустили из лагерей практически всех. Но тех, которые были против декларации митрополита Сергия, в 27 году, 25 августа он ее выпустил, 1927 года, эту декларацию, что радости и печали советской власти, радости и печали церкви. Ну, то есть, понятно. И патриарх сегодня говорил, ну, не 8 числа, говорил сегодня с утра, там, его проповедь это была, я слушал. И он, как ублажает его, тем, что он воссоздал заново церковь. То есть церкви не было на Руси, ну все, не было, все разгромлено. Он один был, и еще три епископа, которых двоих он рукополагал. И как бы вот церковь заново в России возродилась, потому что вот это правильная политика была митрополита Сергия. Но, сохранили структуру. Да, сохранили структуру, будем так говорить, да, вокруг чего. Ну, а дальше она сохранилась за счет патриотизма к советской власти. Ну, а теперь, конечно, патриотизм к России. Патриотизм к России. То есть все это как бы переходный период. И вот то, что сейчас происходит, и он подошел к его гробу, и прям этот гроб встал на колени и поцеловал этот гроб, крышку. Он гроб такой, ну, это гроб настоящий, прям высеченный. Саркофаг даже, будем говорить. Вот так вот. Я уже говорил о декларации, мое отношение вообще к этому. Какое? Ну понятно, брат, ты сейчас употребил слово коллаборационизм. Коллаборационизм это означает сотрудничество. Да. То есть он говорит, Сталин понял, что сотрудничества с фашистской властью не будет. Да. Но здесь он принял, он понял, что здесь будет сотрудничество, поэтому и сделают это. Да, это да, но тут идет сотрудничество, да. Не шатко. А если будет он патриархом, а патриаршество это всегда было такое на Руси, ну, желанное, как бы свобода от греков была. Потому что греки давили, а тут раз и мы сами, у нас свой патриарх, а считается как бы патриарх, это ну как папа, не меньше. И поэтому, конечно... Спасибо, Христос, брат, за информацию. Да, поэтому молимся, продолжаем молиться дальше. А она, никуда декларация не делась. Конкордат, это соединение очень тесное, вплетенное, вот так вот, как, не знаю, очень сильно вплетенное. Прям, допустим, как золото и серебро, электрон сплав. Вот, это власти и религия. Такого быть не может. Велиару и Христу не можно служить одновременно. Можно или Христу. Создана новая эра. И поэтому бронепоезда, броневики, танки, идут священники, вот прям колонна, и они кропят, они потихоньку едут, ну знаю с какой скоростью. Он раз, кропит, там молитву читают их целые священники в камуфлированной форме, погоны, на них крест. Крест, то есть это религиозные, такие вот у них тут нашивки, крест, кресты, то есть уже форма священников боевая. То есть все, то, что было в русской
армии императорской все переходит сейчас. Понятно, о чем молиться. Да. Я хочу вернуться к тому, о чем ты говорил. Начальница, о чем ты говорил-то? Что... Я вначале говорил о 2 Коринфянам, да. О радости. О радости и... Заповедь это значит. Нет, исполнение. Огорчение. Огорчение. И огорчение потом. Да, потом огорчение. Об огорчении, что разное может быть огорчение. Во-первых, он говорит о том, что я жду о том, чтобы огорченные мною, они возрадовались наконец. То есть он будет доволен тогда, когда те огорченные будут его радовать. Потому что он-то огорчил их, исходя из того, чтобы их призвать к праведности, чтобы они обрели вечную жизнь. И когда они достигнут этого, для него это и будет радость. Вот разные виды огорчения могут быть, так же, как у детей. Огорчение родителей, огорчение детей, они тоже разные. Огорчение детей временное, когда они не понимают того, что родители беспокоятся о их благополучии в этой жизни земной, или тем более о вечной жизни. А когда они осознают это, тогда их радость будет взаимная. Они его обрадовали тем, что воскорбели. Да. Он их огорчил, да. А они воскорбили. И тем его обрадовали. Воскорбили о своих грехах, о своих недостатках. Чтобы обрести вечное спасение, нужно что, трудиться. Да они меняться начали, вот в чем дело. Да. А меняться неохота, нам никому неохота меняться. Батюшка с Константином в пути, но я написала. Это вот как вы уехали оттуда, попробую уехать вот из Ливана сюда. Дай сказать. Туда обратно. Простите, меня огорчил вас в очередной раз. Да, да, туда обратно, одним днем сейчас поедем в пути и помолитесь, чтобы благополучно. Вот там груза много с собой везет, еще сейчас, скорее всего, заедут, что-то докупают к празднику. А, Константин Паюсов? Да. И вот еще я хотела пойму, попросить Галину Николаевну, не забывайте тоже молиться. У нее, она на улице, на прошлой неделе еще, уснула. Кто? Галина Николаевна, Кудрявцева, да, Генриетта, да, которая. Видите, как она вот так вот ходит? Да, да. Она упала, и качнулась, уже какая-то женщина смотрит на нее. И вот у нее, она себе зашибила, ну как она говорит, да, себе вот спину, голову. Я, говорит, по врачам не пойду, ну уже какой возраст, и я, говорит, буду мазаться там, и потихоньку все это пройдет. И ей, у нее сильные боли, я к ней заезжала, она прям со слезами сидит, но таблеток она не пьет, она вот всякие там притирки, растирки. С утра ей полегче, поэтому она вот в храм пришла, но сейчас она ушла, потому что ей становится хуже. И воротник, легче. Воротник шанса не принимает. Я ей сказала тоже, говорю, вам надо вот этот вот, она что-то говорит, у меня что-то есть, чего-то нет. Наденька, ничего не надо, все заживет. Самолечением занимаются. А ей можно массаж делать? Какой массаж нельзя? Она сама там что-то прикладывает, что-то там примачивает. Я ей пластыри привезла с женьшенем, поклеили. И это... Жаль, ну вот помолитесь, у нее сильные боли. Она молчит, ведь она скромная, не пишет. Виктор Андреевич, вы как дедушка. Но она страдает. Она страдает, и ей легче только с утра. Малыш такой. С Богом, Николай. С Богом, Дарья. С Богом, Богом. Вот, такие две вещи, то есть за Галину Николаевну и за Дешевского. Лера сейчас написала, что ей немножко полегче. Вчера у нее что-то сильно все было. Прям со слезами. А я на работе, ничем помочь не могу на сутках. Пожалуйста. Так, ну что? Может, у нас хоть... Гости редкие что-нибудь скажут, а то вы все за них сказали, про их занятия. Ну да, вот все рассказал. Вообще ничего еще не слушали. Давай, у нас до гостей не дошло. Вот сейчас. Не, рассказывай, как сдавал экзамены, все. Кратко скажите. Кратко теперь уже у нас уже. В первую очередь, Виктор Андреевич. Почти 6 месяцев они так отложили, должны быть 3 месяца. Но слава богу, я тестирование сдал. Пятерка с плюсом за 15 минут вместо 60 минут. А как это, ну, происходит? На компьютере дают вопросы, и 5 ответов. А я думал, прям человек там ложится, вы показываете на него. Нет, это второе. А, это второе, да? Второй экзамен был, вот, искусственный, это непрямой массаж сердца. Это нужно говорить, рассказывать. Сердечно-легочная реанимация. Да, легочная реанимация. И осмотр
в зеркала. А, ну понятно, понятно, вот понятно, все ясно. Это здесь нужно разговаривать. Фельдшерские, да? Фельдшерские. Акушерские. Да. Все, мне понятно это слово, да, не надо дальше. Да, это нужное очень, это для людей это очень важно. 12 числа. Теперь 12-го, да? Не так давно, это не так долго осталось-то. До 12-го. Вторник. Там, это вы, значит, Ирина, уезжаете. Тоже ситуационная задача. Там вот так женщина пришла, какая-то с такой возраст, там, допустим, там, не знаю, что беременность. С преподавателем или на компьютере? Это на компьютере. Ой, и там 6 или бывает больше ответов. По 6. И говорят, например, 3 правильных ответа нужно выбрать или 2 правильных. Ну, там нередко бывает еще заложено неправильный ответ, да. Нужно знать, что он неправильный. Да, да, да. С подвохом. То есть, как же на вступительных экзаменах вот, в университет, в университете, там однозначно есть такие билеты, особенно это для биологии. На биологии бывает. Настоящий экзамен, да? Да. Получается. Ну да, потом сложность еще в том, что, Игорь, 60 лет, вот как ты считаешь, пойти вот это вот так учиться? Куда? Ну, 64, ладно, не важно. Трудно все равно. Я а потом язык нужен. Вы когда уехали из России, ведь по-русски вы не общались или между собой общались как-то? Мы всю свою совместную жизнь общаемся только на русском. Ага. Вот, но за пределами дома. Ну понятно, только вот. На другом. А в семье у нас и дети, и внучки говорят какой, по-русски. А на каком другом? Арабский? Арабский, да. Это прям арабский язык, да? Прям. Без диалектов или есть диалекты? Нет, диалект есть. Есть диалект, да, еще, да? Да. Лена, а вы сейчас стаж идет, у вас где-то устроились? Да, все. Вот еще я хочу попросить заведующего этой больницы, чтобы он как-то с ним пристроил меня, может быть, помогает там вообще что-то. Здорово. Причем это 30 километров, он должен ездить каждый день. И... Нет. Но мы были согласны, потому что нужна работа, и согласились на это. И там предоставляют даже квартиру двухкомнатную нам. При фабе. Ну да. Машину возить будут его, да? Ну, сказали, что будут. Или машину дадут. Ну да, машина была бы, это понятно. Там же деревня, наверное, еще есть. Все не просто так. Вот, чтобы это районный центр, где мы живем. Машину сейчас Ларгусы дают только так. Ларгусы. Ну, что там дадут, не знаю. В общем, сейчас главная, первая наша задача, вот, сдать все эти экзамены. И самое сложное, это впереди. Потому что уже будут приемы, уже будут пациенты, уже так далее. Там, ну, это радостно. Радостно, когда люди. Конечно, Виктор Андреевич сказал, тут двойная ответственность идет. Еще требуют, так поэтому экзамены-то и сдают, чтобы можно человеку доверить или нет. Одно дело экзамены, когда это потыкал, угадал, не угадал, а тут вот тебе ситуация, решай ее, она вот такая. Какое течение, вот тебе. Записки юного врача Булгакова. Я читал, очень сложно, да, как он все боялся. Она приехала, родила в машине, а приехала, у нее кровотечение. Ну, занимайся. Это не тесты. Да. А вот я хочу рассказать про аккредитацию, вот тут сейчас такое новое слово. Вот я сама работаю в аккредитационной комиссии, но по своей специальности. Вот там почему я спросилась с человеком или с компьютером. Сейчас все сделали с компьютером, чтобы исключить полностью человеческий фактор, что вот он там, что ни взятку никому не дать, ни красивые глазки или сказать, ну ладно, человек такой хороший, приехал. Тут ребятишки сдают экзамен, а он в возрасте, да мы уж ему так льготненько. Это можно было раньше, да? Скажешь, человек знает, опыт, стаж, мы его пропустим, так что-нибудь ответит и хватит. Нет, сейчас все это исключено. И ведется видеотрансляция, вся информация записывается, отправляется в Москву. Вот я даже как экзаменатор, у меня вот такой список слов, которые я могу произнести. То есть, чтобы я даже не подсказал, тот сидит, и я знаю, что он должен сейчас сделать запись. Я ему скажу,
продолжайте или сделайте что-то дальше. Я не имею права, это уже подсказка. Я не имею права такие слова сказать. Я ему подскажу, что он забыл записать, да, вот он сделал там. А, далее, продолжайте. А он-то считает, что он все сделал. И я ему тем самым подскажу. То есть, знаете, очень много моментов, это все исключено. Экзаменатор чисто наблюдательный объект, у меня столько мало функций, все записывается, скажу, что это ужаснейшая глупость. Это все продвижение к электронному концлагерю. Потому что когда человек, я что, давал экзамен. Человек с человеком это совсем другое. Это общение. Это ты можешь изложить то, что ты вот человек, он понимает, что ты знаешь или не знаешь. Да. У нас был такой заведующий кафедрой фармакологии Берхин Ефим Борисович. У него экзамен проходил, он мог продолжаться целый день. И в конце этого дня он тебе скажет: слушай, ну не знаешь ты сегодня. Я тебе сейчас дам деньги, вот ты сходи в театр, кино, сходи, а завтра мы с тобой продолжим. Вот такое было. Была такая ситуация, когда вот человек... Он разволновался, не может что-то там... Ну, человек, экзаменатор, он тебя наставит, он подведет тебя к тому, что ты выложишь все это. Вопросы наводящие, да. Может задать, да. Конечно. И проверить, настоящее знаешь ты знание. Или понимаешь. Да. Знаешь, да. Или понимаешь. Да. А вот выучил, просто, или понимаешь. Натыкал, как да. Говорят, натыкал, да. Узнал. Да. Это западная система. Я когда училась, вводили тесты. Вот на моем курсе вводили тесты. Первый раз мы сдавали тесты по анатомии на нас. Первый раз мы сдавали тесты на фармакологии. И выпускные красные, такие как трехтомник, только нам один давали. Это на мой год все выпало. И ну, нам шли параллельно такие экзамены, такие. То есть еще не отказались преподавать с преподавателем. И все-таки где-то еще тесты не успели просто разработать. И приходили, сдавали экзамен. И у меня было много раз, когда я прихожу... Я начинаю отвечать, там три вопроса. И он вот так вот сидит, записывает, говорит, можешь дальше не продолжать. Я понял, что ты поняла. Конечно. Ты понимаешь, о чем говорит. Не продолжай дальше, остановись. Вот ответь мне вот на такой вопрос, там, и что-то скажет. Вот когда еще не было, например, микроскопов, вы не знали причину этого заболевания, как они лечили. Ну, и, ну, там, я говорю, посимптоматически то-то, то-то давали. Он говорит, да, все, иди. И мне так много раз говорили, иди, иди. Но если я садилась за тесты, за эти тупые, недоделанные тесты, где была куча ошибок, куча недочетов, отметьте один правильный ответ, а там два правильных, два. Да. Я зову преподавателя, вы видите два, вижу. Я говорю, ну, я сейчас, если ответить, мне надо неправильно ответить, да? А я говорю, я не учила правильные ответы. У нас все сидели, учили правильные ответы. И троечники отвечали на пятерки. А я сижу, у меня то три, то четыре тесты не идут. Я говорю, дайте мне человека, я все темы расскажу. Да я вот ездил на учебу, я же не сдал экзамен. Не сдал экзамен, потому что надо было натыкать. У нас профессор хирургии не сдал, говорит, я не сдал. Жене рассказываю, я на два ответил, профессор, я на два, я пошел тесты по хирургии сдавать. А мне, говорит, жена говорит, студентам не рассказывай, студентам не рассказывай. Кисерева, знаете? Физиологии. Нормальной физиологии. Профессор, заведующий кафедры, профессор. Тут коллеги стоят. Он говорит, я не могу ответить. А троечник, который запомнил правильный ответ, он даже чик-чик-чик. В Фросе нету, она сейчас послушала. Это немного. А где? Где ну, мы? В Караганде. Куда мы котимся? Котимся. Так, ну что, братья? Завершаем. Да? Песнопение и занятия. Так понимаю, трапезы не будет у нас. Помоги нам. Да? Я так понял. Достойно есть всякого истину, блажите на Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распрей, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем
и проповедовать смело и на славную об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов, как и я, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Спаси, Христос. Так, сходите кому куда надо и быстро собираемся. Сестры, братья, кто с нами спросили?